Друзья, всем привет! Отличное настроение, отличный выходной день. И сегодня я вам покажу очередной рецепт шашлыка. Рецептов шашлыков очень много. И сегодня я хочу показать вам сразу два рецепта обалденного шашлыка. Вернее, не два рецепта, а два разных маринада. Делал я уже как-то маринад в айране. Сегодня тоже будет один кисломолочный продукт, это кефир. А второй буду замачивать в гранатовом соке. Это два маринада, которые будут очень быстрые. Ну, на тот случай, если к вам пришли гости или вам нужно в выходной день быстро приготовить шашлычок. Набор ингредиентов для шашлыка я взял сегодня минимальный, чтобы не перебивать вкус именно основных ингредиентов маринада. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Ну, начнем с основных ингредиентов. У меня замечательный кусок шеи. Шеи 2,5 килограмма. Также будем использовать корейку на кости. Здесь примерно килограммчик. Соль по специям, молотый кориандр, черный перец, зира, копченая паприка и лучок. Лука будет примерно в 2 раза меньше, то есть на 3 килограмма мяса 1,5 килограмма лука. Ну и, как я уже сказал, кефир и гранатовый сок. Итак, начинаем нарезать шею. Шею режем, как обычно, не очень крупными кусками. Итак, с шеей мы закончили. Теперь будем нарезать корейку. Ну, корейку тут все попроще. 4 ребра, значит, будет у нас 4 куска. Вот такие у нас получились замечательные кусочки корейки. Итак, друзья, давайте кореечку замаринуем отдельно. Всего будем добавлять совсем по чуть-чуть. Черный молотый перчик, копченая паприка и молотый кориандр. И на второй стороне сделаем абсолютно то же самое. Так, теперь кореечку мы пока уберем и займемся шашлычком. Соль, как вы знаете, я в шашлык не добавляю, когда мариную. Солить будем уже на шампурах. А по специям все то же самое. Черный молотый перец, кориандр, копченая паприка и зира. Зиру, как обычно, нужно растереть. Все, и перемешиваем. Теперь перекладываем сюда же наши кусочки корейки. И сейчас будем сюда добавлять лучок еще. Так, лучок пересыпаем. И вот в него, единственное, я добавлю немножко соли, чтобы он нам отдал сок. Перемешаю его вместе с солью. Вот, сок пошел прямо моментально. Без соли так не получается с луком. То есть именно когда добавляем соль, он начинает нам обильно отдавать свой сок. Вот видно, сразу пошел. Так, и теперь все это вместе нам нужно перемешать. Дадим буквально минут 10 нашему мяску настояться, и потом сделаем последние ингредиенты нашего маринада. Итак, друзья, прошло 10 минут. Наш шашлык я разложил на 2 равные порции по мискам, и теперь будем добавлять наши основные ингредиенты для маринада. В одну миску мы добавляем сок гранатовый, именно натуральный. Сегодня утром на рынке купил, прямо при мне отжали гранаты. То есть тот, что, конечно, в пакетах, он сюда не подходит. Вот такой красивый получается у нас цвет. Все, это будет у нас один маринад. А второй будет на основе кефира. Самый обыкновенный кефир. Все, друзья, шашлык наш готов, маринады полностью я сделал. Как я и сказал, маринад этот очень быстрый. Оставляем мясо часа на 3 и встречаемся у мангала. Итак, друзья, угли готовы. Начинаем жарить наши шашлычки. Ну, здесь по цвету все понятно. Это маринад гранатового сока. Ну, а беленький — это кефир. Ну, жарить я их буду немножко отдельно, чтобы мы их не перепутали. Корейку я соединил. Понятно, тоже два первых это будет гранат, здесь кефир.
Друзья, ну вот такая красота у нас получилась. Как я и говорил, два маринада сегодня. Это маринад в гранате был, это маринад в кефире. Нужно попробовать. Мяско полностью прожаренное. Маринад гранатовый, вкусный. Он получился, ну, как я и готовил уже мясо, томленое в гранатовом соке, получается кисло-сладкий. Чувствуется этот вкус граната, вкус, немножко чувствуется сладость, немножко кислинка. Маринад классный, мясо сочное, мягкое. Теперь попробуем, что с кефиром у нас. Ну, тоже видно полностью белое мяско. Ну, что я могу сказать? Тоже очень вкусный. Вкусы, конечно, отличаются. Маринад в кефире другой абсолютно на вкус, но тоже мясо нежное, мясо сочное. Делал я уже в айране. Айран, значит, он еще и газированный, тоже размягчает мясо. Но кефир похож, скажем так, похож. Вкусы разные, но оба маринада мне понравились. Достойные получились шашлыки. Поэтому пробуйте, повторяйте и такой рецепт. Если вам понравится, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока. До новых встреч.